Журналисты телеканала «Новороссия» навестили Грэма Филлипса, который идет на поправку после операции. Накануне Филлипс, снимая боестолкновения в районе поселка Пески, где в последнее время идут интенсивные бои, получил осколочное ранение в спину. Я спросила, а почему мне сопровождать? Дима, я хорошо знаю, что почему. Веточки посекло. Злосчастный осколок пробил бронежилет в районе почки, но, несмотря на это, в больницу журналист прибыл самостоятельно. А на данный момент здоровье британского журналиста стабильно, а настроение приподнято. Мне никогда не оставаться. Я как Донецк считаю, Донецк тоже как город ранен чуть-чуть, но мы будем полностью выздороветь, мы будем восстановиться, мы будем даже лучше, чем всегда, даже лучше, чем прежде. Мы будем лучше всех. Донецк – это великолепный город. Это потенциал Донецка, это просто без границы. Теперь тяжелый, в будущем будет лучше всех. Будет лучше, чем это был, будет лучше, чем прежде. Это город, который заслуживает, потому что здесь народ заслуживает очень успех и очень удачи в будущем. И это будет. И я буду с вами стоять за этого. Никогда не сдаваться, никогда не перестань. Грэм Филлипс поблагодарил всех, кто поддерживает его в тяжелой для него ситуации, и просит не переживать, так как его здоровью уже ничего не угрожает. «Никогда не думал, что окажусь на больничной койке, как прямой участник военных действий», прокомментировал ситуацию британский журналист. Коллектив «Новороссии», в свою очередь, желает Грэму скорейшего выздоровления и возвращения в ряды настоящих профессионалов, рискующих собственной жизнью ради объективного освещения ситуации на Донбассе. Анна Триксель, военный корреспондент СУРЭМ, специально для «Новороссия ТВ».